wars have begun. All right, troops, make it count. You've got a clear shot. Take a man to action. Всем привет! Вы на канале Wheel Studio, и мы продолжаем общаться с участниками нашего турнира по For the Republic и смотреть их игры. Сегодня с нами будет Таргариен, который был уже в прошлом касте. Всем привет! И наш, ну, один из главных фаворитов, Дожа, ну, вот один из наших серьезных бустеров по баллам, хороших тоже игроков, это у нас Фейнс Лися. Всем привет, повстанцам соболезную. Да, он у нас серьезный пирофил. Ну, ты представься там, ну сколько тебе годиков, что тебе нравится в ЗВ, какой канон тебе нравится. Пенек, 20 годиков. Угу. Ну, а если полный ник, то Фейнс Лися. Угу. Про новый канон, я так понимаю, только матом, поэтому промолчу. Естественно, старый канон, потому что новый смотреть невозможно. Вон мы Асоку смотрели, у тебя впечатления до сих пор, Латошка, я думаю, остались. Ну, это я, да. Ну, да, было больно, но это я. Кому я, помню, кому я нужен? Плакал. Ну, было такое, да. Как я дошел до Эмпарки. Я вообще еще давно любил Звездные войны. А потом, когда у меня все-таки комп появился, начал искать всякие стратежки, особенно по космосу. Наткнулся. Подумал, годнота. Потом наткнулся на Трауна. Понял, что это еще лучше. И так я в Эмпарке оказался. Ты наткнулся на самого Трауна именно, да? Вот лично с ним на улице шел, он столкнулся. Он лично шел, столкнулся, и он про месть Трауна рассказал. То есть да, месте. Столкнулся и случайно чуть не уронил. Да, он сам лично рассказал, да. Вот. Какая твоя любимая фракция в Фотре? Конечно, ты играешь за конфедератов. Наверное, конфедераты у тебя, да? Смотри, сейчас мне так-то по-прежнему больше нравится Республика. Угу. Но сейчас империалы исчезли, текторы исчезли. Императоры имеющие старые. Ну и Зейр он имеет в виду, да. Да. Вместо этого дали эти корыта. Вообще, скорость 1.75, я не знаю, ну, да. Играть. Не от вызова куда угодно, как от базы. Собственно, скорее всего, на следующем турике и будет. Ну да, да. Сейчас да, я просто да, не да. знаю. Угу. Я больше склоняюсь сейчас к конфедерации, потому что спамить дредноуты уже за империю надоело. А у КНС и кораблей больше, и выбор побольше будет. Так что у них просто флот интереснее. Мне сейчас интереснее играть. Какой период ЗВ больше всего нравится? Имперские войны. Что именно в них нравится? Ну, я так понимаю, тебе сама империя нравится, как, ну, как фракция. Ну, во-первых, да, сама империя. Во-вторых, тотальный политический звездец, который там происходит. Ну, и да, веселый такой, да. Еще и военный. Ну, да. Еще и силовой. Uh-huh. А потом еще тираниды. Ой, простите, это не та вселенная у нас Южани Вонгем. Uh-huh. Хотя в новый канон я прямо приветствую пришествие тиранидов. Чтоб сожрали все и ничего не осталось. Не переживай, там в новом каноне, если бы они пришли, их остановил бы ребенок с палочкой какой-нибудь. Или сестры ночи. Да. Или сестры ночи, да. Да, которые вселились бы в тиранидов и ассимилировали бы угли. Ну да, действительно. Страшно. Ну, килики есть, как бы. В смысле, бы тема про Рой. А есть ли в новом каноне килики? Вот я хотел спросить, думаешь, о них кто-то помнит в новом каноне? Да, естественно, о них никто не помнит. Но с другой стороны, вот там же они же помнят, там насчет Катора, там что-то вспоминают, там, или еще что-то. Чтобы найти в новом каноне киликов, тебе надо найти еще одну карту от этих датамирских ведьмочек угу. и снова пройти весь этот веселый квест. Там квест, да. Ну, кстати, вот квест... Они стопудово в другой галактике сидят.
Ну ладно, это мы немножечко отвлеклись. Давайте мы сейчас перейдем на первую карту и посмотрим, как их противостояние, собственно говоря, было у нас на турнире. Ехал здесь еще, некорректно встал, то есть захват строит, пока идет. Ну, самое бесячее, это вот захват. Потому что надо прям вплотную подлететь, а квинтцы как краки не хотят это делать. Вообще там эскадрильями капить уже. Из дредноут кто его укинуть, чтобы да есть манифестент расстреливать издалека просто. На уксиле такая припасена, так, с тыла. В это время попытка экономику. Вот, кстати, тут что не хватает Апоки, это разведка по карте. Я не знаю, специально вот здесь оставлен этот несчастный. Да. А, ну значит, молодец. Может, у меня было подозрение, молодец тогда, да. Ну только эта разведка особо роли не играла, потому что все равно я выслал через центр. И она провисела. Я же не могу сразу везде все предусмотреть. Ну это да, а во-вторых, ты же через мид уже вряд ли пойдешь, потому что он мид-то контролирует, или иначе. Ну вот я здесь... через мид пошел по итогу. Естественно, там коррелианс, что ли, какого? Или какую-то там эскадрилью упустил. Да, он, кстати, застрелит. Правда, именно в этот момент я его испалю. Мне очень не удачно. Ну это байт дурачка был. Сработал бы, застроил бы себе астероид, немного подобывал бы, нет, но не повезло. Ну, тут, конечно, дредноут как... А, второй сразу. Второй выходит. У тебя уксили здесь в запасе. Есть нюанс, там с центра палят уже по нему. Блин, тяжелое оружие. А это вроде не по нему. Это по нему как раз. По нему, вон куда заходит, но он мажет. Оно не всегда попадает, конечно, но оно по нему стреляет. Ну-ка там, 8 километров. Черт его возьми. Ну, кстати, вон строит на центр. Ну, я говорю, это вот дурачка был построен, может, сработал бы. Ну, поднасрал вот этот снизу Аквитнес, который так и не захватил ни один астероид. Да, вот он испортил тебе немножечко тут жизнь. Тут Ауксилия тренирует свои щиты. Тренирует свои щиты на прочность. Ну, там Ксилия пытается один на один с ретноутом, но и бомберы помогают. Гены, да. Ну, Сашки, как обычно. Сашки, это классно. Ну, да. Там Аквитнес, кажется, под брюхом еще один висит. Да. Да. Потихоньку грызет. Я его, кстати говоря, все это время не вижу. Спрятался. Да. Записываем новый токсический прием, ныкаем свой корабль прям во вражескую. Пристыковаться, произвести абордаж, захватить корабль. Не каркай. Вот он заметил и все. Расстреляли на выходе из гиперпространства. Да, ну здесь стредноут так вот оперативно помогает. Унифлисент опять выходит. Я бы сказал, тут дредноуты бесславно умирают. Ну, как бы, ну, я просто не понимаю, какой концепт у тебя здесь был, учитывая, что, ну, кстати, здесь застройка астероидов вот тут пошла. Концепта уже не было, потому что я понимал, что это конечно на самом деле. Просто вот так, Винта снизу, спонсор победы гарантирован. Ну, да. Здесь карцел замечает. Вот зря туда просто одну эскадрилью не кинул. Так это Квинтес у меня был с начала игры, он просто ушел. Он просто капит Арквинтесом, на... поэтому... Понимаешь, одно дело, если бы я туда на бенит летел, другое дело, я спасал Квинтенс в том месте. Зачем мне тратиться еще на эскадрилью, если был расчет, что Квинтенс захватит? Потому что эскадрилья гораздо лучше захватывают. Ты слышишь, что я говорю тебе? Смысл мне тратиться на нее отдельно, если расчет был на Квинтенс, который уже находился в том месте? Ну, вот в этом-то и проблема. Ну, часто встают через жуку. Ну, в любом случае, проблема в этом Арквинтесе, так или иначе. То, что он не смог хоть немножечко позволить застроить экономику и покачать ее, собственно говоря. Вот в этом проблема, собственно говоря. Ну да, такой, то есть, понятный матч, на самом деле. Тут, в принципе, выход в Т2 сепаратист оправдал себя, даже несмотря на... Ну, с другой стороны, кстати, опять же, ты сыграл, вы оба сыграли
в плане захвата точек на мид, например, то есть вы туда полетели, я бы, например, не всегда на мид лечу, я, например, налево-право. Мне на самом деле стоило остаться на Т1, а не выходить в Т2. Либо тебе надо было делать крылянки вместо арквиденсов, сэкономить на этом где-то по 400 очков и раньше грейды сделать на экономику. Я тебе говорю, не, мне надо было просто остаться на первом тире, у меня грейды на экономику и так были сделаны уже на тот момент. Просто я поставился на первом тире, и у меня был бы флот, который мог бы правую сторону защитить, и все. Дальше методично выходить в Т2 уже. Ну да, то есть тут вот такие вариации стратегии могли быть. Ну, это, как говорится, тут уже задним умом лучше все додумывать, конечно. Вот когда непосредственно на поле боя идет уже такая ситуация, то тут уже все, как говорится, от скилла зависит. Ну, мы сейчас, соответственно, вторую карту перейдем. Так, мы на второй карте, то у нас Void, наша посвящена... Или Мау. Или Мау, да, туманности Мау. Также у нас сверху получается у нас Таргариен за Республику, а снизу у нас Фейнзлиси за Конфедерацию. Большая карта с большим количеством астероидов, уже с четким выражением сторон. Кстати, синхронно я точно помню. Тут я могу точно сказать, что я сразу прям в Т2 пошел. Прям со старта один Аквинтес просто для капа и хоть какого-то подкрепления дальше закапить. Ой, в Т2 перейти. Ну да. Ну, кстати, уже четвертый пока тут в плане застройки пока побеждает Злис, но он прям... вкладывается именно в это, но тут идет одно, да, тут идет. Сделал ставку сразу, а не на экономику. Сент. Самая не грубая ошибка, надо было Квинтенс переправить на центр, забрать звезду и сделать империалы сразу. Ну да, потому что ты, в принципе, выработал у себя. Да, вот это уже не факт, что я бы тебе дал сделать. Ты бы распылился на центр Малефисент отдельно, это помогло бы мне... Я бы не сделал Малефисент, я бы Манифекс скорее сделал. Ну, сделал бы Манифекс и также бы задержал второй Манифисент. Тут я сразу эти гребаные орудия выношу на носу, потому что они очень больно бьют. Ну, в этом ты и прикол, понимаешь, что щит все равно слетит. То есть мне выбить турболазер и дальше все. Здесь спам на спам идет. Надо было, конечно, рекусант добавить, чтобы потанковать, но я так понял, ты начал его добавлять. Что ты начал в конце добавлять. Я что-то подумал, что Феонор просто не будет стрелять в него. Ну, знаешь, я бы стрелял просто потому, что эта фигня больно бьет. Но она бьет не настолько больно, как Малефисент. Да нет, больнее она бьет. Он скорострельный рекусент. Здесь выходит Ауксилия. Я сделал ставку сразу на Харас и забыл, что звезде есть хорошие юниты. Как раз после этой игры в основном пересмотрел свое отношение к звезде. Ну, в положительную сторону, я так понимаю, что необходимость захвата. Ой, да, в принципе, на Т2. Самое веселое, что все это время Феонор сидит на трех астероидах. Я же тебе говорю, я сделал ставку просто на то, чтобы атаковать сразу, а не тратить время на застройку астероидов. Я же тебе еще, когда мы закончили, сказал, что я в Т2 не выхожу так обычно. Поэтому так все пошло по одному месту. Это я, понимаешь, не для тебя уже. На закрепление на этой стороне. Что-то он там почуял, что что-то летит, а ведь что-то действительно летело. Ну, это логично было, что ты отправишь только на эту сторону сразу. Ну, у него под контролем осталась только эта сторона. Он на мид только сейчас что-то послал, я так понимаю, вот крылянец летит. И до этого не было смысла крылянец отправлять, потому что я с этой стороны-то не застрою, чем мне лезть на мид. А Квинтус бедный постреливает чуть-чуть еще. Ну да, но здесь вот экономически Злис уже берет верх, конечно, потому что строит уже тьма просто уже. Ну да. Тут не так интересно.
Здесь экономика просто в зле позволяет спокойно делать весь тир 2, какой только хочет, от рекурсантов, манифлесентов, ауксилий. Кепторов только не хватает для лучшей жизни. И ну, дроида. Делает сэшки, да. Ну, его любимого дроида тактика с бафнутым, так раз таки, вот давайте мы его отдельно выделим. Вот он крупнее. У него обилка баганая и не работает. Ну, соответственно, масс-драйверы есть, ультра-хэви-канон есть. Ну, в общем, полезен дроид в бою. Я не знаю, что с ними в трауне сделали, но такое чувство. Он, конечно, может быть и полезен, только вот нюанс его стоимости. Сколько он стоит? 2000. Ну, в два раза дороже. Да, но он ну, типа, мне пофиг было, я просто хотел бы сделать. Там вот был бы он Т5, например, какой-нибудь туда, а так он Т4, плюс 5% закидывает на все. Ну, кроме брони и кроме обзора. 5%. Ну, понятное дело, что если хочешь героя, там именно эффективного, бери серван стан. Не, ну ты же берешь там, ради самого юнита, то есть ты его же в бою используешь, этого дроида, как бы. Да. Потому что у него Малефисент просто такой, знаешь, чуть поздоровее. Ну, я вот мы сейчас на это обратили внимание, так раз, да. Ну, такой вот матч у нас получился. Здесь достаточно, в принципе, понятные все матчи были. Просто в каком-то смысле тут вот тоже локальные ошибки, они как вот могут привести к фатальному исходу. Как экспериментальные тактики могут пойти тебе бок, когда ты в них не играл до этого? Ну да, да. Кстати, здесь... я пробовал это по рофлу вообще через один астероид с Russian... трех малефисентов, чтобы их быстро сделать и просто поставить вокруг базы. Но я потом понял, что это вообще не работает. Ну да, но тут опять же все... Не, вообще тут много же факторов играет в любом матче. Там и карты, и фракции, и так далее, и так далее. Так что вот, а какие у вас, в принципе, надежды на турнир-то? Ну, я у Таргарина спрашивал, у тебя, Фень, как ты думаешь, ты выиграешь турнир? Ну, я думаю, может к этому быть. Моменту уже будешь знать, наверное. Когда это будет выложено, а может и не нет. Знаю. Может, да, может, нет. Да, может, вот я это... еще фейсу это умудрюсь проиграть. Хотя вряд ли, конечно, скорее всего. Не забывай, вот с плей-офф злиз, там ты мне еще проиграть опять можешь. Могу. Ну, ему не надо потеть зато, если он на первом месте останется. Часто он на первом месте. Я могу проиграть, мне проиграть-то не жалко, потому что, по сути дела, я отпинал тебя, ты отпинал Апоки, Апоки отпинал меня. Мы все друг друга отпинали. Ну, получается, что просто... То есть, как говорится, все равны. Злис, понимаешь, я не признаю это отпинывание, просто вспоминаю, сколько раз до этого мы играли до турнира. И как ты выходил за 5 минут. Ну, это уже другие истории, конечно. Я просто не считаю. Это, конечно, ну, как факт игры, игра сыграна, результат есть, то есть, как бы, ну, тут... Ну, я говорю, у нас еще впереди. Ну, еще впереди, и турниры впереди. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш Телеграм, на наш Дискорд. Ждите наших новых лоровых видео. И, соответственно, дальше смотрите Вилл Студию и поддерживайте нас. Всем до новых встреч. Пока-пока.